Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ульяновск Патруль. Теперь вы можете смотреть и видеть нас на информационном портале «Ульяновская правда». И сегодня мы прибыли в корчму Гопак. Говорят, здесь самая вкусная украинская кухня. И мы это сегодня проверим. Погнали! Ассортимент просто богатейший, закуски, салаты, горячие блюда из мяса, из рыбы, прям глаза разрываются, не знаю, что заказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы бы хотели у вас заказать ваше фирменное блюдо. Что-нибудь, изюминку какую-нибудь вашего ресторана попробовать. Изюминку. У нас в Гопаке готовят муж в городе борщ украинский с помпушками. Очень люблю. Да. Давайте, ну все, тогда давайте. Вы согласны? Да. Четыре борща, да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, приступаем к оценке интерьера и персонала. И, ну я не знаю, здесь, по-моему, все восхитительно выполнено в украинском стиле. И мне не к чему просто придраться, я ставлю 5. Мне тоже не к чему придраться. Отзывчивые официантки. Все культурно и приятно. Я ставлю 5. Да, друзья, единственное, что хочу сказать, мои друзья уже все туда высказали. Мне кажется, здесь действительно не к чему придраться. Тут 5, все выполнено в стиле, все красиво, все здорово. Пятерочка. Кто сейчас смотрит наше видео и кушает, всем приятного аппетита. Хоп-ца-ца, хоп-ца-ца, хочу кожну нічку, чики-дрики, чики-дрики, гарну молодичку. Хоп-ца-ца, хоп-ца-ца, хочу кожну нічку. Борщ – украинское блюдо, рецепт которого был придуман еще в древнерусском государстве. Изначально борщом называлась похлебка, приготовленная из растения борщевика. Сейчас же это суп на основе свеклы. Борщ присутствует в кухне почти всех славянских народов, и очень многие считают его своим блюдом, но все же его относят к Украине, на территории которой было принято культовое значение. Многие украинские СМИ используют некий индекс борща для определения инфляции. Проверка цена за кастрюлю борща в разных городах или в разные временные промежутки служит показателем разницы цен, а также роста или падения цен. Также в честь борща был назван небольшой городок Борщев. Каждую осень он становился центром фольклорного фестиваля. Итак, дорогие друзья, пришло время выставить оценки вкуса на это блюдо. Я хочу поставить 4,5. Объясню почему. Так как у меня в мясе были прожилки, я этого терпеть не могу. Так все, очень великолепно. Ставлю 4,5. Ну я, друзья, поставлю 5, мне никаких прожилок не попался. Великолепный борщ, великолепное сало, великолепные помпушки, хлеб. В общем, мне качество еды прекрасно, 5. Я тоже буду следовать с Артемом, поставлю оценочку 5. Ну действительно, когда все вкусно, я не могу ни к чему прикопаться. Мне очень понравилось сало, хотя вот я скажу, я вообще обычно не ем, но здесь оно было восхитительно. Также я хочу отметить то, что Артем мне сказал, мне очень понравилось здесь хлеб, он был мягкий и свежий. 5, безусловно, 5, дорогие друзья. Это, друзья мои, не ресторан, а можно сказать музей украинской культуры. Посмотрите на этот самогонный аппарат и на эту печь. Ні Господь дав, і свята неділя, коло мого столу гості, як і ми хотіли. Ой, хто б'є, тому наливайте, хто не б'є, тому не давайте, хто покаже в черзі дно, тому щастя й добро. Впивая вкусний клюквенний морс, ми готові виставити оцінки ценам в цьому заведенні. Я, наверное, поставлю, ну, все-таки 4. Для Ульяновска, потому что ВК это немножко дороговатое заведение, но еда здесь соответствует центру. Еда здесь просто отлично. Ну что ж, дорогие друзья, тогда я перейду уже к оценке цены, и я считаю, что здесь все-таки, да, 4, потому что, ну, для определенного контингента людей это реально дороговато. Моя оценка 4. Я поставлю 4,5, так как все-таки это ресторан. Еда здесь просто великолепная. Да, может быть дорого, но максимум уберу из пятерочки полбала, поэтому 4,5. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы посетили ресторан, корчму, как угодно можно называть, Гопак. Но мне здесь очень понравилось, еда просто была восхитительная, интерьер персонал прекрасный. Мне, серьезно, это место, это заведение мне очень сильно понравилось. Я пришел сюда еще и еще. Я с Артем тут полностью согласен, я посетил это место еще раз и еще. Мне очень понравилась атмосфера самого заведения, то, что все выполнено вот в украинском стиле. Музыка прекрасно соответствовала. Вот, действительно, можно сесть и забыть обо всех своих проблемах. Безусловно, место, которое должен посетить каждый ульяновец. Я согласен и с Артемом, и с Антоном. Все было на высшем уровне, относились тоже на высшем уровне. Безусловно, тут хорошее и лучшее, наверное, место из украинских
кухне. Ну, на этом все, друзья. С вами был Ульяновск Патруль. Смотрите нас на информационном портале «Ульяновская правда». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Ульяновск Патруль». Также подписывайтесь на группу ВКонтакте «Ульяновск Новости» и «Ульяновск 73». Дальше будет жестче.